Жизнь теперь прекрасна. Все. Все. 22 часа. Ёшки-тыку. 22 часа. Ребят, мы нахерачили на 22 часа реального времени сидеть в тюряге. Итак, ребят, Клэшер — это место отбывания большого иногда количества времени, чтобы вы как бы вышли хорошим человеком. Итак, что мы можем сделать? У нас 22 часа. Мы можем выйти из игры на 22 часа и как бы все. Вот, спустя 22 часа, когда вы зайдете обратно в игру, спустя там, либо выполняя там определенные задания, я их быстро вкратце покажу, мы должны прийти вот сюда вот. Как бы это выход с Клэшера. Когда у нас время наше выкопало, мы подходим, открываем эту дверь. Она у нас, ясно дело, сейчас заблокирована. Заходим в лифт, нажимаем подняться наверх, и мы оказываемся на космической станции. Как бы вуаля, мы свободны, мы красавцы. Кстати говоря, вот эта бронька раритетная. Как бы чисто клэшерская. Если мы сбежим, она у нас будет. И туалетку с собой прихватим. Это святое. Далее мы можем отправиться на три активности. Задание есть или нет, интересно? Иногда нам дают задание, пока оно еще не появилось. Ладно. По включению, по продуву воздуха. Как бы все очень легко и просто. Ну, мы должны идти поработать. Итак, мы бежим, 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 бежим. У нас есть мультитул. Вот он у нас с собой в кармашке висит с левой стороны. Вот. Этим мультитулом мы можем копать руду. Копаем руду, собираем руду, идем вот сюда, вот в первый путь. Кстати говоря, трупы очень выгодно лутать. Лутать трупы надо чисто только, ребят, на мультитулы. Мультитул залутали, красавцы. А иногда боты таскают с собой руду. Ее тоже собираем, ее тоже будем сдавать. Сдаем руду, сдаем мультитулы. Время нам немножко сокращают. Вот. Вот здесь приемник руды. То есть с этой стороны у нас руда. Ясно дело, так как мы руды никакой не насобирали, мы тут ничего не сдадим. Вот за один юнит сколько нам дают так называемой валюты, мериты. Один мерит равняется одной секунде реального времени. Вот тебе расчет. То есть самое выгодное искать хедонит. Либо лутать у неписей. Подбегайте к неписью со стороны спины, нажимаете на колесико мыши, на среднюю кнопку мыши. Вы его вырубаете, лутаете его, забираете его мультитул. Вы красавчик. Но мы сейчас в зоне действия маяка. Вот он. Чтобы нормально, безнаказанно хлопать неписей, и вам не добавляли время за то, что вы ай-яй-яйные дела делаете. Вот, мы же все-таки как бы нацелены быстрее выйти, а не плюс-минус расцениваться на хедонит там и так далее. Вот, мы должны выбежать из зоны действия маяка. То есть это примерно до 9 уровня мы будем должны убегать. Бегайте, хлопайте там ботов. Быстро, там буквально там 5-6 ботов хлопнуть, вот, и бежите обратно. Вот здесь даем руду, а вот здесь сдаем. А, чё, я в инвентаре его. Вон, в инвентарь его кинем. Вон, хопа. И вот это хоп. Вот, два мультитула. Мы можем отдать два мультитула. Хоп. На 310. 310 секунд с одного мультитула мы делаем. Как бы раз, все. Итак, пути. Они всегда подсвечиваются. Мы сейчас в первом пути, потом второй путь. Вернее, как бы этаж, грубо говоря. Здесь три разветвления. На тему путей, ребят. Первый путь. Второй путь. Третий путь. Ну и глубина, это уже то, что... От одного и до, и до, и до, и до, и до.
Иногда дается задание по продувке вот таких вот как раз таки автоматов с воздухом. Вот, мейтенс, продувка от 2 до 5 тысяч меритов. Три пути, как бы первый туннель, второй туннель, третий туннель. И ясно дело, до какой глубины мы должны добежать. Вот на данный момент мы практически до 6 дошли. Вот, вот такой автомат. Вы берете задание, в среднем дают от 2500 до 5000 меритов, плюс-минус. Подходите, нажимаете продуть. Вуаля, задание завершено. Все, легко и быстро. Да, просто побегать надо. По идее, это даже выгоднее, чем бегать и искать руду. Вот. Но самое и быстрое, и выгодное, это, ребят, все-таки нахлобучивать других. Во, камлинг потерян. Седьмой путь. Все, седьмого... Да, седьмого пути мы можем пойти и нахлобучить бота. Боты. Иди ко мне, детка. Так, вот. Мы должны поставить туалеточку. Не исчезай, пожалуйста. Подходим к боту. Хоба! Красавчик. И мы его лутаем. И что у него в луте? Рюкзак открываем. Обязательно. Нажали и смотрим, что у него есть. Хадонит. Муа! Супер. Забираем. Далее, долевин. Не помню, сколько он дает. И вроде афорит, вроде вообще типа говно и много места занимает. Типа он дешевый. А еда, вода тоже периодически у этих ботов бывает. Поэтому мультитул забрали. Камешки забрали. Мы молодцы. На четверку достаем мультитул. Подходим. Смотрим, что это за булыжник. Это афорит. А, вот мощность луча. Да, точняк. Через левый альт и плюс колесико. Как меня бесит. Раньше было просто на колесо. Надо держать нагрев в зеленой зоне. Турбо стоит с бумагой рядом. От бумаги никуда. Моя бумага. Лопнул. И вот эти камешки. Собирайте, 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 собирайте. Вуаля, готово. Ну а мы собираем бумагу. Из зоны действия маяка вышли. Персональное задание. Вот, от Рута. На 10 минут дается принять это задание. Принять предложение. Как бы свалить. И нам пишут, что нам надо найти ключик. Надо найти ключик. Все. Валим обратно. Итак, ребят, теперь у нас побег. Мы должны сбежать. Что нам для этого требуется? Мы должны подойти вот сюда. И через зажимаем F-ку, приближаем, и мы видим код. 8004. Пароль всегда меняется. Не запоминайте этот код. Пришли сюда, запомнили этот код. Валим. Итак, идем смотреть код. 2610. Так я и говорил, код другой. Бежим около первого клэшера, около первого блока. Как раз таки находится выход. И хоп. 26-10. Подожди. Вот. Давай. Success. Готово. Иногда лифт, ребят, не работает, поэтому очень аккуратно. Хоп, хоп.
Аккуратненько проходим вот здесь по кругу, либо такие хо-йо! Шифтом главное прыгнуть, тогда будет, ребят, все хорошо. Метка на ключ появилась. Вот в прошлый раз у меня это задание забаговало, не было метки на ключ. Теперь есть. Теперь ребята должны пройти. Очень аккуратненько. Еще чувак с нами бежит. Wait, stop. Это он пидинг. Подожди, пишет. Ребята, мы не одни. Ты. У нас это... Я что-то тебя потерял. Я тут. Так, направо. Перелазим. Сюда идем. Хоп. Хоп. Лево. Право, вверх. Хоп. Пошли. Лезем. Прыжок. Есть. Идем сюда. Хоп, есть. Здесь дырка, очень аккуратно. Валим. Крис милует. Да. Так, вот. Залезли на другую сторону. Уи! Потом сюда. Уить. Готово. Прыгаем. Персонаж автоматически за все цепляется, поэтому не очкуем. Нам надо будет потом направо идти, но нам надо забрать ключ, поэтому мы идем налево. Стой, это вниз. Не, это у меня в другом месте. Не толкай, чувак! Идет, блин. Рандомный хрен. Чувак явно знает, куда бегать. Смотри, он прям уже прошаренный. Такой, чувак тоже здесь не впервой. Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп, давай! Пошли! Да-да-да, аккуратненько прыгаем. Хоп. Кстати говоря, метка на вот этого... На вот этого ведется у меня, да. Опа! А это четвертый трупецкий, что ли? К нему явно не отсюда прыгать. К нему точно не отсюда прыгать. К нему надо выше прыгать. Дай-ка гляну. Да, смотри-ка. Нихера, куда вы зашкерили? Это сверху, когда распрыжка будет, оттуда прыгать надо. Ничего так. Так, зацепись-ка. Огонь! Мне это уже нравится. Так, распрыжка. Здесь по кругу просто обходим. Оп, аккуратненько. Спрыгнули. Первый труп вон там находится. Нам дальше. Аккуратно сюда. Кстати, даже можно без шифта. Хоп. Приземлились. Супер. Далее. Высоко-то как зашкерили. Шифтом. Хоп. Прыгнули. Переходим сюда. Смотрим направо. Вот на эту щель. Вот отсюда прыгаем. Хоп. Налево. Вот мы там прыгнули, вот сюда прыгаем. Готово. И опять наверх лезем. Хоп-хоп. По кругу переходим, переходим и бежим. А ты зачем побежал? Все побежали, я побежал. Да! Аккуратненько, без шифта. Хоп. В эту дырку можно провалиться. Аккуратно проходим. Потом смотрим вот сюда. Прыгаем отсюда, вниз не улетаем. И шифтом, ясно дело. Хоп, готово. Все, мы залезли. А теперь надо будет туда вниз как-то прыгнуть.
Слушай, а когда я не брал задание, этот труп здесь был? Нет, не было. Да, я тоже не помню этого трупа. Давайте да, слушай, если я прыгаю отсюда, я прыгаю сразу туда. А если я прыгну вот отсюда, наверное, я прыгну туда. Итак, ребята, момент истины. Правильно ли я сделал выбор? Если я прыгну шифтом вот сюда. Здесь стена или дыра? Стена. Ну, в плане платформы. Прыгаем отсюда. Хоп. Ага. Так, подходим вот сюда, на краешек. Очень-очень-очень-очень-очень аккуратно. Супер. И вот сюда вниз. Не... Лут. Что, круто? Мог. Так, окей. Лут-то лут. Вот да, она. Пак. Забрали квестовый айтем. Забрать-то забрали. Как обратно, да? А, мне кажется, еще раз круг навернуть. Да. Надо. Вот эти те места, которые добавились. Вниз, ребят, нам нельзя. Нам будет хана. Лететь будем далеко. Прыгаем вот сюда. Шифтом. Оп. Сюда перелетели. Супер. Все, и лезем обратно. А мне до кольца прыгать, да? Да, тебе до кольца прыгать. Все, забрали квест в этом. Практически не потеряли путь, смотри. Я думал, что мы улетим вообще намного дальше. А мы, считай, здесь и остались. Шикардос просто. Все. Теперь погнали. Все, нам сюда, 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 сюда. Теперь вот здесь аккуратненько. Сюда метимся. Хоп. Здесь в край подходим. Прыгаем. Залезли, залезли, залезли. Идем. Направо. Не налево, нам направо. С прыжком. Тут яма. Уи! Чтобы не потерять путь. Все. И валим. И валим, и валим, и валим. Оп. Аккуратненько. Здесь сидя проходим. Встаем. И прыгаем. Хоп. Вверх. Вверх. Аккуратненько здесь идем. Вот. Главное встать. А то вы попробуете сидя сделать прыжок и будет вам бобо. Нифига ты у меня. Аккуратненько проходим. Хоп. Запрыгнули. Вперед. Запрыгнули. Направо. Хоп. И ты у меня сейчас в пропасть полетел. Вот, вот сюда. Идем, 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 идем. С прыжка. Опять яма. Хоп. Яма глубокая. Все. Идем. Идем. Здесь можно упасть очень аккуратно. Шифтом сюда прыгнули. Трупик посмотрели. Вдруг что есть. Нифига ты у меня как далеко. Почему-то метка. Ты у меня в пещере, еще... если что. Да, да, я еще бегу. Ну, баги, лаги. Все как обычно. Ты меня видишь? Нет? С задержкой. Ладно. Аккуратно запрыгнули. Так, давай, тебя жду. Оп. О! Угу. Появился. Так, здесь просто бежим вперед. Здесь очень аккуратно надо прыгнуть на платформу. Хоп. Сюда. Метимся вот сюда. Не сюда, стукнитесь, упадете. И здесь можно об эту стукнуться. Поэтому вот как-то так встаем и... Уи! Полетели. Итак, далее. Как говорится, точка невозврата. Аккуратненько спрыгиваем. А то если вы спрыгнете криво, будет очень вам бобо. Вот здесь вот. Мины. У нас есть мультитул на цифру 4. А стой, трактор бим уже нету.
вообще-то тракт. Я где-нибудь у кого-нибудь трактор бим не взял? Нет, не взял. А, стой. Может, мне кажется, подвинуть. Подвинуть просто нужно. Ящик. Нет, толкаться он не хочет, кстати говоря. Ну ладно. Прыжок веры. Турбич разминирует их просто. Давай. Нет, нормально. Эу. Ребят, год назад этого не было. Я сам это впервые теперь прохожу. Фу, не взорвался. Итак, заглядываем вот сюда. Мы видим 6-3-24 первый контейнер, 1-6-7-1 второй контейнер. Чатик, пожалуйста, запишите эти цифры. А для тех, кто смотрит видео, цифры всегда меняются, как и цифры на выключение вентилятора. Поэтому другие цифры у вас будут. Как бы все. Чат записал, обе цифры. Все, погнали. Присели, побежали. Мы уже практически на финише. Но еще нет. Кстати, слушай, а на прыжковые врата реально ты как Степ? Честно. После 30-го раза пещера просто пробегается. Эу. Итак, как только мы отсюда выйдем, у нас мы начнем потеть, нам будет жарко, все-таки Клэшер горяченькая луна. Вот, ну, вернее, где Клэшер находится. Вот, поэтому у нас пойдет таймер нашего выживания. Если есть с вами кто-то, кто за вами сюда прилетит под обстрелом турели и так далее, вот, нырнет вот сюда вот в трубу и вас подберет, жизнь у вас прекрасна. Если такого нету, то вам надо брать это задание, которое мы сейчас и выполняем. Все, спрыгнули. Ой, как ты меня сейчас чуть не отрикошетил. Блин, вы там за мной не увидите. У меня пошел survival таймер. Как бы это то, что я могу сдохнуть через некоторое время. Времени дофига. 1:15, сейчас ночь, днем жарче. Здесь очень охренеть, как аккуратно надо прыгать. Просто. Так, а новый страйк у тебя задание было? А, вроде да. Тебе что его дали? Возьму? Да. Так, подходим к краешку. И молимся прыгнуть. Я всегда забываю, шифтом здесь надо прыгать или без шифта. Вот, потому что улетим туда, далеко вниз, в эту дыру, и нам хана. Как бы и задание, ясно дело, мы прострём. Поэтому, ребята, молимся! Давай без шифта прыгну, наверное, хватит. Типа жмем вперед и прыжок. И молимся просто Крису, чтобы вы нафиг не улетели. И... Опа! Без шифта. Опа, я смог. Ребята, честно, прям потно, прям страшно. Прям реально, прям ощущение, что хана тебе. Как вы видите, кто-то не дошел. Бедняга упал. Я без шифта прыгал. Он в чате пишут шифтом. Я без шифта прыгал. Я тоже без шифта. Здесь хотя бы уже не так страшно, что если ты упадешь, ты хотя бы упадешь вот сюда, а не вдруг. Без шифта, хоп, долетели. Супер. Все, идем вперед. И херак, у нас кончается лесенка. Та-да! Поворачиваемся назад. Видим вот эту платформу. Оп. Главное не улететь вот сюда и прямиком туда. Вам будет хана. И все. Здесь прям подсказка. Поднимайся сюда. Тут буря пошла, кстати говоря, прям. Эть. Без шифта прыгать? Без. Ой, фу. Как меня бесит эти распрыжки. Ты бы знал вообще. Ужасно. Все, залез. Теперь наверх по трубе. Да, иду. Так. Итак, мы поднялись. Кстати говоря, метки. А, в Clasher Rehabilitation. Короче, куда-то его загрузить надо, этот код. Вот у нас здесь есть
первый ангар, вернее, это второй будет получаться. И вот в ту сторону бежать, вот подобный такой же домик будет с первым ангаром. Это как раз те коды, которые мы записывали. Итак, от второго у нас был 1671. Подбегаем. 1671. Принять. Не принял, что ли? Так, 6324. 6324. Принять. Есть. Открыть, открыть. Так, здесь первый. Здесь первый. Там второй. Тут пусто. Вообще здесь обычно урса, ребят, стоит. Чтобы мы на ней выживали. А нам ее не дали. Побежали. Кстати, а здесь человек пишет, без заданий один корабль. То есть здесь получается, кораблик в стороне всегда стоит. Типа, для тех, кто соло без команды сможет отсюда убежать. Так получается, да? Ну, это прикольно, что так продумали. Ну, вообще, это так и должно было быть. А, это ошметок корабля. Итак, что у нас тут есть? Есть раздербаненный корабль. Никого тут? Открыть рампу. Рампа открывается, да? Хопа! Хопа! Рампа открывается. А подожди, может там лутецкий есть? Сейчас посмотрим. И глянем. Хоп, ладно, кораблик есть. Стой, 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 там боты, 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 боты. Боты, да. Убьем их с корабля. Да. Че париться-то? Хоп. Сейчас я в турельчику сяду. Итак, ребят, здесь есть боты, которые на 99,9% захотят вас нашпиговать. Я прям полностью в этом уверен. Поэтому мы садимся сюда, включаем. Это по нам ракеты не летят там? Да вроде нет. Короче, мы сюда садимся и... Тра-та-та! Тра-та-та! Та-та-ра-та-ра-та-та-ра! Оп! Зацепил. На нас наводка есть. Даже не удивлен. Я слышу звук ракеты как будто. Так, вроде всех ушатал. Ну, по земле она не будет лететь. Так, а сразу совет, ребята. Прежде, если я правильно понял, по описанию задания, типа рута снимет с нас CrimeStat, когда мы загрузим данные с этого чипа. Вот, а если мы сразу туда умудримся забежать и загрузить, а потом пойдем убивать этих ботов, а учитывая, что у нас сейчас работает маяк, мы в зоне действия маяка, то за их убийство... Двое живы еще. Двое живы, можешь да. Можешь их накернуть спины, если успеешь. На ноль достаем кулачок. Так, пока у нас боты, ребята, тупые, пока они тупые, мы подбегаем с средней кнопкой мыши. Хоть! Накернул. Отлично. Первый второго есть. Иду. Второй есть. Есть. Все, я всех ушатал. Так, сразу... Пушку, пушку. Сразу залутаться там, все дела. А, я в этом говне еще не залутаюсь, да? Хоп. Да и сними ты весь костюм, чё ты? Ты тут не снимай костюм, подожди. Тут же воздуха нет.
Ты лучше этот... Я только что чуть не сдох на финале просто. Ты красавчик. Так, давай. Ребят, не снимайте шлем. Не снимайте шлем. Просто... Пушки тут видишь? Я одну взял пушку. Вот пушка, вот. Прям передо мной пушка. Так, все, пошли загружать. Так, вот он вход. Никого нету, никого нету. Так. А, надо взять этот чип в руки. Берем этот чип в руки. Все, в руку мы его пихнули. Воткнуть. Чпок. Задание выполнено. Я не пират. Я не пират. Все. Готово, мы снова люди. Прикол в том, что я пиратом остался. Ну, тебя теперь будем отмывать. А с тобой мы просто можем сгонять опять в страшное место. В принципе, да. А чё, слушай, а эти ещё ящики можно потом потырить себе, кстати говоря, ещё их продать заодно. Типа, я ж тут не зря сюда приходил. Все, я снова гражданин УЕЕ. Поэтому у нас есть корабль. Вот, у нас второй человек, ясно дело, у него crime статус есть. Поэтому мы с ним уже полетим опять на Корею отмывать его. Не, вернее, сначала на Гримхекс, потому что нам надо отмывалку еще достать. Вот так вот, ребят, делается это задание. Довольно-таки интересно. Если бы боты вот так вот не тупили, это было бы более экшонистее. Если бы была Урса, это было бы намного быстрее. Но соло отсюда сбежать можно, выполнив это задание. Вот так вот. Поэтому у нас выбор, как выйти из клэшера. Тупо отсидеть все это время, пойти накопать руду, пойти напинать ботов и забрать их мультитулы, каски. Ну, каски много весят, поэтому мультитулы и руду собираем. Вот. Ну и четвертый вариант, выполнить это задание. Либо пятый. За вами прилетает ваш коллега, прям туда в дырку ныряет, вы выбегаете весь этот путь, вот, и просто запрыгиваете в его корабль, и вместе улетаете, и летите с ключом отмываться на пост Корея, вот, и снимаете статус обычным способом, как это делается при любой отмывке. Видео на эту тему у меня отдельное есть, оно до сих пор актуальное. Как бы практически ничего там не поменялось, кроме того, что вы должны каждый свой клайм тыкать. Раньше это автоматически все делалось, просто надо ждать. А теперь это просто надо протыкать. Как бы вот оно и все. Так, все, купить. Хоп, хоп. Подожди, подойди. Я убью. Так, где ключик? Вот, ключик. В руку взять. Кто-то стреляет. Втыкается. Супер. Стрельбу слышишь? Да. Может, на улице кто-то шмаляет? Нет. Я на первом этаже. Я отмываться. Я тут ткнул уже. А где босс был? Так, итак, ребят, вот так вот отмывка происходит. Надо выбирать, что вы тут, по какому статусу снимаете. По большей степени, по ощущениям, нету разницы, на какую из выбора вы нажимаете. Отмывка плюс-минус с одинаковой скоростью идет. Как бы, по крайней мере, я что-то другого тут не увидел. И вот так каждое ваше нарушение надо смывать. Да. Как бы это прям жестко. Вот, статус уменьшился с 4 до 3. Типа, я уже более лучший гражданин для системы. Пыщ-пыщ. Так, последний статус. Хоп, все. Я супер-человек. Логаут. Все, сделали.
И, как вы это уже видели, если сюда кто-то из людей пришел, стоит, отмывается, довольный, счастливый, но сюда пришли вы можете выключить его отмывалку. И все. У меня одно только нарушение. Одно? У тебя было 20 с лишним часов. А вот у тебя... У тебя объединенное. У тебя объединенное. Смотри, как медленно отмывается. У тебя все объединили. Это намного легче, чем каждый раз подбегать и тыкать на каждое вот это нарушение. Это прям долго. Кстати, раньше вроде кнопка была типа отменить. И ты, гражданин. Готово. Все, логаут.